Приветствую вас, россияне, с вами Сенсей. Давайте сегодня попробуем продолжить Outlast. Как мы... На чем остановились, я сейчас не помню. Вот эти игры, которые я сейчас заливаю, обратите внимание наверху. Ну, короче, я там бегал от этого черта. Я уже сейчас не помню, где я там стрелял. Вот он тут сейчас... Куда от него бегать, вот я что-то припомнить не могу. А, вот куда он бегает? Нет? Подожди, мужик. А что он не запрыгивает? Выпрыгнуть его как... Сайгак выпрыгнул, а? Я понять не могу, где я вообще нахожусь. Что-то вообще не могу понять, где я нахожусь, в каком месте. Я помню, что куда-то должен бежать от него. Но почему везде тупик-то? Можно? Я здесь тупик, а куда же бежать? Здесь тоже тупик. Как я оказался-то вообще в этой мышеловке? Фонарик-то у меня вообще работает или нет? Можно? Где фонарик-то у меня? Пойму. Что ты фонарь? А-то у меня нету. Где фонарь-то у меня? А, камера у меня фонарь-то, господи. Давно уже я не играл. Можно? А, вон открывать какой-то. Не понял, я опять тут тупик. Чё, куда же идти-то, я чё-то не пойму. Ну, конечно, вот и не очень это меня радует, поэтому я и говорил, как во сне, ничего ты не можешь делать. Морду бы ему набить, на этому ублюдку. Я что-то как-то оказался запертый. И... Понять не могу, почему у меня ничего нету-то. Некуда идти-то. А я через ту дверь должен пробежать. Все, точно я вспомнил. Но он не а, запрыгнул. Блин. Урод. Сирокор. А дальше-то куда бежать? Вот это я не могу вспомнить. Ничего не видать, смотрите. Как будто и не было света там внизу. Тоже дурище. Я не помню, куда мне надо бежать. Вот что я не помню. Лифт, может, сюда. А, точно, у лифт. Ой, смотри. Я от тебя не отстану. Пошел ты нафиг. А как ты здесь-то оказался, я не пойму. А? Как этот чурбан, блядь, здесь оказался? Что ж, дурь какая-то, блядь. Прита... Эх ты, смотрите-ка, этот дурак, оказывается, сдох. Эх, мужик, давай погладим его. Головушки тупой. Че, поехали дальше.
Конечно, уже купился. Вообще-то выбраться как-то. Я наверх побежал. Так, на всякий случай. Проверим. Уже боялся, эти мерзкие маньяки испортят тебя, как остальных. Встретимся снаружи. Мы уже закрылись. Давай встретимся, только как пройти туда. Так откуда я вылез-то? Так не понял. Сюда нам нужно? Опять, значит, от кого-то сейчас бегать начну. Нет, тоже. Бумажки только как вытереть какашку, больше ничего тут нет. Как менять тут? Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь. Убери уже. Охотик. Так, значит, сюда вообще не надо. Кто такой? Не Бендера, блядь. Так, ну что, я отсюда вот вышел, да? Вот через эту дырищу. Обратно же я не пойду через эту дрянь. Что-то я не могу найти проход. Здесь вот я по лестнице по этой спускался. Кослище. Встретимся. Ну, так открыл бы дверь ты мне. Вернее, я и сам бы открыл, но он без руки у меня. Тем более, пальцы у меня оторваны. Кажется, казалось, вот здесь все-таки проход должен быть. Может, я не смотрел дыришку где-то. Да? А, вон их дверь какой-то. Ну, это вот чурбан тут больше не боится, если только жирный. Жирный тут все бесится будет. Мерзается. Подарок на Новый год оставим. Не прячешься здесь? Так, это я, по-моему, назад пошел, нет? Что-то уже, блин, тоже запутался. Так, туда я пошел, да? Здесь закрыто. Сюда я заходил. Здесь не пройти. Опять я попал в какую-то жопу. И эта жопа не дает мне покоя. Так, давайте посмотрим. Везде пройдем. Все-таки надо как следует осмотреться. Батарейки, как и семечки. Хлыщут. Ага, вот. Следует.
Надо было все спалить. Дотла. Дурак ты, блин. Некогда так много у нас отняли. Превратили нас. Я по следам в криминале. Ведь наверное, никому сюда. Не было дела до горских лунатиков. Так пусть полыхает. Горит вся эта чертова хрень. Вали. Если хочешь уйти. Чё ты бери, тупорез ты глупый. Глухонемая обезьяна. Как можно эти игры делать, не озвучивать главного героя? Вообще понять не могу, я не понимаю этого. Может я тупорылый такой, но я это понять не могу. Как можно глухонемого героя сделать? Это просто плевок геймерам в лицо. Начиная с 90-х. Да в 90-х были герои озвученные. Опять куда-то я забрел, не пойму куда. Да, здесь пожарище. А, вот. Сейчас жирная набежит, как пить дать. Вот, глядите, сейчас точно будет эта свинья жирная. Как же без нее? Вон он идет уже. Тут я даже не знаю, где прятаться. По-моему, мест нет никаких, чтобы спрятаться. Да, блядь! Экономить электричество. Сейчас дорогое. Че, озверел, что ли? Скот-то, блядь, вонючий, жирный, тварь, блядь. Как ты меня нашел, блядь, не пойму. Смотри, блядь. Не выезжай. Отсюда он вышел, да? Мерзавец этот, толстый. А, вот здесь он меня не достанет. Где я вообще нахожусь? Непонятно. Обратно, что ли, я сбежал? Где я вообще нахожусь? Все трещинки, пока не найдете эту карточку. С кем он разговаривает? Я знаю, детки. У кого-то из вас она точно есть. Вот так. Ах ты жирная тварь. Сейчас выдернет меня. А он сейчас все равно туда пойдет, смотрите. Все равно туда пойдет. Я помню Ползал, когда первый раз играл, Ползал от этого жирдея толстого. Надо через него туда пройти, я насколько помню. Давай переобуемся потом. Пока он там торчит. Свинома, блядь. Блядь, вставай давай. Я, по-моему, назад прибежал, нет? А? Блядь, я уже заблудился, куда идти нахер. Точно назад прибежал, блин. Конец этой игры, конечно, был бешеный. Значит, мне туда прямо, что ли, бежать? Да, блядь, что ты на фонарь-то, блядь, выключи? Ёб твою мать, воду, блядь, разлил нахуй. Фонарь-то, блядь, я не пойму, почему прекращает светить, блядь. В этой щели половой, блядь. Бабка. Эй, чё ты, блядь.
Нахуй, блядь, не шут с говно. Я понять не могу, куда бежать, блядь. Черт все знает. Одни, блядь, тупики, на. Я че там? Газку поддал, блядь. Вот он стоит и дышит, блядь. Свинота-то, блядь. А куда мне бежать? Черт её знает. Я вот сейчас понять не могу, куда бежать. Я включил и чего? Где включил? Ни карты, ничего нет. Тут от него можно бегать и шарохаться неделю, блядь. От этого жирного ублюдка. Блядь, мне сладкий пол сейчас. Ага, как же, блядь. Врачи свои засунули. Ой, какой, смотри. Пошел из говна. Куда сейчас бежать? Я вообще не знаю, даже без понятия. В какую сторону? Куда, блядь? Опять, наверное, прямо куда-то туда, наверное. Я даже не знаю, там... Мне ничего не говорит об этом. Какой-то рычаг я повернул. У меня об этом ничего не говорит, этот рычаг. Опять я здесь, блин, говно. Ну. Там, короче, все по кругу. Этот зал по кругу. Вот надоело мне этот Сергей. Нет, знать бы, куда бежать, черт с ним. Я и бежать-то даже не знаю, куда. А, здесь тоже, по-моему, по кругу все. Блять, свинья живая. Че, не видать ни хера, блядь. Я так неделю могу бегать, блядь. Догонялки, блядь, вонючие. Запереть бы его куда-нибудь, этого живого. Где он? Я уже его потерял. Опять туда я прибежал. Не знаю я, куда идти, черт его знает. Что я там за рычаг дернул? Для чего я его дернул? Главное, что я его нашел, но для чего я его дернул, этот рычаг? Непонятно. Вот что-то я дергаю, он опять встает на место, блядь. Рычаг-то этот. Не жалуйтесь, но нужно вынуть все по трюму. Может, здесь вот все где-то есть вот. Нет, здесь я тоже такой понимаю. Я сейчас все батарейки забью на эту хрень. Вон это все. Здесь пердит и город отсюда.
от радости. Куда бежать, блядь? Здесь какой-то зал, блядь. Я по этому залу бегаю. Все, нахер. Понять не могу, куда надо бежать, блядь. Это вот я назад опять бегу. Блядь, задрали они с этими ходами, блядь, вонючими, нахуй. Уже, блядь, бесить начинает. Мало того, что ничего не найдешь, да еще, блядь, сука, вдобавок, блядь, говно это бегает жирное, блядь. Мерзопакостное, блядь. Я ходу не могу найти, куда идти, блядь, вот что, блядь. Если даже посмотреть прохождение, хер поймешь там, куда надо идти. Тут все коридоры, блядь, на одно лицо, нахер. На одну рожу, блядь. Рычаг я этот дернул, он все равно поднялся опять. Это в этой бойлерной, блядь. Тут делает? А, блять, пожар тушит. Может быть, надо было пожар тушить, пройти где-то. Давайте сейчас так и сделаем. Может быть, все-таки я чисто случайно сейчас нарвался на эту дрянь. Где я не мог здесь пройти? Черт его знает. Сейчас упади, найди тут кладочку. Макур, блядь, вонючий, да. Прицепился, блядь. Че он с ним сделал-то, блядь? Задвинул его, что ли? Че он делал с ним это? Без руки-то у меня, без ноги, блядь. Без голоса. Че, видать, я дальше прошел, блядь? Хренатень, блядь. Не люблю, когда игры начинают раздражать. Это меня всех больше раздражает. Когда они раздражают, блядь. Понятно, они хотели тут усложнить и так далее. Да нахрен это надо, блядь. Черт ее знает, куда идти, блядь. Вечер жирдяй, блядь. О, я помню, вот первый раз выходил сюда и просто, блядь, после всего этого высера, блядь, прям радость была, блядь, выйти на улицу, блядь. А все, у меня и батарейки кончились, ребята, блядь. И батарейки даже закончились, блядь. Как вот здесь? Разве что найдешь, где увидишь? Надо яркость прибавлять, наверное. И, по-моему, еще не все. По-моему, ковыряться и ковыряться будет говном. То, что он вышел, это еще ничего не даст. Надо. Еще опять куда, по-моему, сходить надо. Все, батарейки я все с этим жирным ублюдком, блядь, потратил. Мерзоты все, блядь. Все, убери свое говно. Полезно. Оп. Ключик. Ключик-мучик. О, дрянь я нашел. Да там и так-то не видать. О, еще одна дрянь. Так, я оттуда умышлю, да? Выбери. Меня давай, хрена сосед свой. Я из сарая вышли, да? Давай разберемся. По аллее пойдем. От чего ты ключ-то взял? От этой двери, наверное, да? Ну, какой-то молодец идет. Я молодец, а не этот. Только вышел и сразу зашел опять. Вот тут трясло. Опять какая-то свинья полетела на меня, вы видели? Мерзота какая-то, блядь, выплыла. А это что такое? Я даже не припомню, какая-то, блин, на соседей, блядь.
Я говорю, тут еще и обратно надо будет заходить, по-моему, или, насколько я помню. Тут улицу вышел, и еще не все тут. Блядь, стакан, сука, разлил. Так, хороший сок. Так, мерзавец, куда идти с тобой? В эту сторону, там, где... Здесь, наверное, не пробежит. А здесь стена. Давай прыгай. Подтёнки эти, блядь, вонючие. Мутный чел. Ну ладно, хоть он что-то хрюкает, что-то бегает хотя бы. Блять, какие-то бегают. Погода еще такая мерзопакостная. Только хорошо, что у нас, да, в России началась нормальная погода. Ну все, блять, баран ты тупорылый, блять. Ну чего, куда ты, блядь, черт ты вонючий, спрыгнул, блядь? В какую-то жопу. Ничего тут нет. Берите мне бред. Вообще совсем не помню. Ну куда иди? Хотя, наверное, я не стану. Сюда что ли? Обошарить вот эти батарейки, блядь, набросали их, блядь, какие-то мерзавцы, блядь. Разбросали везде батарейки, но он еще один черт сидит. Пни его, этого козла. Сейчас он у тебя живет. Не выберусь я никак из этого говна. Я вижу его духа. Дай-ка батарейку, мужик. Вставай. Да нет батарейки. По-моему, не ничего. Пролей за меня кровь. Сыт, сыт стоит. Вот батарейка. Я возьму у тебя батарейку. Че? А куда идти? Пойду. А куда я пошел? Не ссы в компот, там повар ноги мой. Да что такое, блять? Опять одни тупики нахер. Вот здесь я залез, да? Нет, или здесь вот я. Вот здесь я поднимался. Вот. Наоборот, может, там надо спуститься. Что тут такое? Да. Где тут не спустишься? Чё ты валяешь? Батарейки как семечки. Че, опять я встрял? Где ты ссал-то, блядь? Что-то здесь
проникало, блядь. Не залезть нигде. Блядь, опять какой-то тупик, блядь. Ни карты, ничего. Куда идти? Куда? Что? Как, блядь? Да еще вдобавок молнии эти вонючие, блядь. Как я прохожу эту игру, блядь, сам удивляюсь. Просто удивляюсь. По наитию, блядь, прохожу ее. Что-то я пропускаю где-то. Куда это я вот свалился? Какую-то щель плавую нашел, блядь. Ну, открывай. Чё он не берется-то? Дрочил их свои. Кто-то цепями там гремит. Слышите? Какая-то мерзота, блядь. Вон, жирный опять появился, блядь. Этого не видел, блядь, еще бы столько не видел. Они повсюду. Открой дверь мне, тупица. Повсюду. Я тут кроме жирного никого здесь не вижу. Постоянно меня преследует. Цепи нос. Хрен привез. Опять я к этой двери вышел. Понять не могу, куда надо идти. Жирный, достань меня, если интересно. Что интересно, мне надо выход найти. Вон он буксует стоит. Опять я к этой двери на свет, блядь. Вот как сюда попасть можно? Где-то здесь. Почему-то он к этой двери подходит и даже не дергает ее. Блядь. А, вон, блядь, что-то проходит. Блядь, все, в ловушку я. О, жирный, блядь, забегал, блядь. Барбосик. Зеленый. Открой! Мудозвон, блядь. Да что ты, блядь, забирайся нахуй быстрее от этой свиньи, блядь. Смотрите, он и так достает, блядь. Видит он там на этой, на гребне. Ни конца, ни края, блядь, этой игры. Возня, блядь, на одном месте, блядь. Мышиная, блядь, возьмёт. Блядь, нарвался прям на землю. Да пошёл ты нахер, блюдо, блядь. Свинок, блядь. Я все там оббегал уже, кругами кручусь, блядь, и не могу понять, куда выйти. Мерзость вонючая. Бросать надо. Хренотень, блядь, поганая. Ведь как назло, блядь, сюда ведь, сука, надо было бежать. Они что-то уже тут заглупинили, блядь, такую хренососень, блядь. Вот здесь вот он что-то вообще не дергает ручку, блядь. Не загорается эта дрянь. Мне кажется, все-таки туда надо идти. Вот жди, когда эта молния, блядь, сверкнет, блядь. И здесь вот он не проходит. Нигде, все, тут все нахер заходит. Все завязано, навязано. Чупан тут повсюду. Они повсюду. Тебе хорошо, ты там, блядь, с той стороны. Где-нибудь, наверное, дырка какая-то, блядь.
блять, сел, ё-моё, вот порежь. Не, я не знаю, ребят, куда тут нахер идти, блядь, чёрт я знаю. Вообще без понятия, блядь, чё-то я бегаю, блядь, по кругу, нахуй. Я так-то не могу найти, блядь, а тут ещё свиноты это, блядь, бегают, да, за мной, блядь. Где вот, куда вот он делся? Если он поставит, буксует там. Батарейки эти вонючие, блядь, каждую секунду, блядь, пикают, да. Что это такое, блядь? От этого хорька, наверное, отживно прятаться, блядь. Хрень. Чего тут прятаться? Тут надо, блядь, найти... Выход найти. Смотрите, ну, я не знаю, как, блядь, надо все-таки прибавить, мне кажется, яркость, блядь, на всю выкрутить. Я вообще ничего не вижу. Просто, блядь, потемка каких-то, блядь. Да какая разница-то, блядь? Один хер не видать. Может, тут клюк какой-то? Почему он не открывается, дверь-то, блядь? Она даже не дергается, она, как обычно. Прям-прям, блядь. Ну, разве вот найдешь чего в такой вот обстановке? Я даже вот... Понять не могу, какому дураку, блядь, такая херня в башку пришла, блядь. Довести вот игру вот такого, блядь, состояния. Что вообще ничего не видать, вообще, блядь. Ладно бы просто ночь была, это мигание, мерцание, блядь. Редкостная дрянь. И он, блядь, сука, не угомонится, ведь жирный-то, блядь. Никак не отстает, блядь, постоянно бегает. Вот эта дверь одна единственная. Может, я зря сюда вообще забежал, блядь. Я не знаю, я по кругу все везде, везде пробежал, я не вижу здесь никаких ходов, блядь. Круговой, блядь. Ой, блядь. Он даже и запрыгнуть-то не может, как следует, блядь. Какая-то свинья, блядь, без рук и без ног, блядь. Может, вот дыра какая-то здесь, блядь. Не знаю, я не могу найти. Он что, меня не видит на это? Но... Ну там какое-то окно, может, все-таки в это окно надо залезть, блядь. Ну на бочке он залазит, нет? Мерзавец тут. Я уже сколько раз сюда запрыгивал. Ну какой-то карниз там наверху. Тут вот бочки, где карниз? Я точно, да. Я вот только издалека увидел карниз, я не видел так карниза. Ну чего ты развернулся, блядь? Ха, тут труба какая-то мешает мне. Сюда, может? Пройдешь без фонарика. Карниз я этот не видел. Сколько раз запрыгивал сюда, пытался запрыгнуть. Я этого карниза не видел. Вот увидел только вот в этот момент. Такие вот, блядь, запаксные. Ну, блядь, прыгай, что ли? Что ты делаешь, сука? Чурбан ты вонючий, блядь, встал и стоит. Я не пойму, как он спрыгивает. Прыжок там, да. Вроде сам спрыгивает. Вот эти вот двери вообще не открывают. Последняя, блядь, батарейка. Сейчас батареек не будет и все, я, блядь, сяду на шоп. Потому что куда чего идти, черт его знает, ничего нигде не найду. О, бросили они меня,
дождь, молния, блядь. И это поганая дресня, которая ни хрена не светит. Каких годов у нее эта дресня в руках? Эх ты, блядь. Выкурил меня, выкурил из дыры, блядь. Да вы, ребята, даете, блядь. Сука, а? Жопу выкурил, блядь. Опять я, блядь, опять я здесь, да. Сейчас опять выкурит, нет? Ай, седалище я убрал, ублюдок. Ну, эту игру и ругали, потому что всех больше раздражает здесь, ты ничего не можешь сделать. Но этим она и берет. Этим она берет. Ты как будто в самом деле в этом, да, в аду, блядь. Во сне. Ты сделать ничего не можешь. Убежать ты не можешь, ничего. Здесь ты можешь убежать. Ну и слава богу. И эту решили разработчики достаточно, блядь. Что ты хоть сможешь бегать в этой дресне. Где мы ползаем, черт её знает, блядь. По кругу я хожу вокруг этой больницы. Что-то тут так закрутили под конец, что просто это омерзение. Ты начинаешь понимать, но... Ладно, хоть стал, блядь, немного. Все тайно станет явным. Самое интересное, это свинота, блядь, она появляется везде, блядь. Ну, опять он пошел, блядь. Идет и грищик. Он сейчас как раз сюда пойдет. Нет, ничего. Давай посмотрим, что сейчас. Терял время. Да бежим, блядь. Зачем бежим? Чёрт её знает. Ещё, сука, включить надо. Нет. Да понять невозможно даже, куда бежать. Понять невозможно. Опять наверх, что ли? Блядь. Так, здесь прыгнуть нигде нельзя. На эту херню не забыть. А вниз есть вот так вот. Бумажки, блядь, какашки. Так ты не разберешься, еще монстр этот ходит. Жирный, блядь. Извините, все вы! Еще один, давай я тебя открою. Больше не пущу! По-моему, я вообще в самом начале, мне кажется. Мне кажется, что я в начале. Вообще надо с этой игрой заканчивать. Задорвали. Типа потемками. Шарок. Я вот начало-то помню, мне нравилось начало-то, блядь. Сын, что ли, блядь. Что-то они тут все ссадцы, блядь. Что-то я захотел. Столько всяких ходов бесполезных, блядь. Вроде коридорщины, и все равно какие-то, блядь, куски говна мне тут дают. Здесь я был вот сейчас, да? Лестница сломана. Допрыгивает он. Зайца. А здесь я был. Здесь, наверное, был. Ну и чё, куда сейчас? Чёрт её знает. Вообще без понятия.
две двери. Какую-то из них. Я из этой пришел. Здесь лестница обрывается. Может, он просто не допрыгнул мне? Точно, блядь, ублюдок, сука. Это чё творится? Черт его тут сюда засунул. Блядь. Зачем он сюда вообще попёрся? Этот тут парнец, блядь. Интересно ему стало. И ликала гармошка и играла кардион. Сейчас опять свинок появится. Так здесь там подогреемся, конечно. Так, здесь можно прятаться под. Да я чё не прячься, все бесполезно. Висят мне. А зачем я нахер сюда зашел? Ничего и нету в этом здании. В этом месте. Да? Абсолютно ничего, я заперся сюда, блядь. Зачем такой коридор, блядь? Я столько прошел, и чё, неужели тут нет прохода, на? Я не просто сюда зашел, я шарохался тут. Предохранитель какой-то наш. Я их видеть там ничего не видел. Только какой-то тебя. Предохранитель. Вот. Дай-ка я пройду. Потому что махнул свой дурачок. Ё-моё, тут, блядь, три предохранителя-то надо. Похоже, да? Блять, прицепился этот еще мерзавец. Откуда он взялся, чертил? Не знаю, какие. А, вот отсюда я пришел. А это закрытый дверь. Отвязался, что ли? Ну чего, чего? Я, ну, нашел я предохранитель один. Там их. Еще три штуки, по-моему, этих предохранителей. Отстал, что ли, Димакорт? Тебя в жопе не жужжи. Так, давайте вот с этой разберемся. С этой штукой. Вот что тут такое, блин, правда? Один предохранитель, сколько? Три предохранителя, чтобы взять ключ. А ключ от чего тоже непонятно, от чего ключ. Так, это что здесь было? Попробуй туда сходить. Здесь что-то валяется. А тут нет ничего. Здесь прятанка. Однако, блин. Так, это я вот отсюда пришел. Вот так, да? Прошел, а вот здесь вот. А туда я ходил сейчас. Только что этот мерзавец меня гонял. Ну все, пошел он нахер. Блять, он здесь уже идет на. Кто же меня здесь вот гонял, блядь? Он же. Сейчас побахнет эту башку. Ну вот здесь я был, да? Ну точно. Он ходит, этот колотушник, блядь. Туда и сюда ходит, блядь. Подожди, я пробегу. Давай, блядь! Эх, тварюга, блядь, а! Редкостная дрянь. Сюда он вроде не идет, по-моему.
Так, давайте посмотрим, что тут в другом месте. Так, здесь ничего я не могу пройти, да? Бой какой-то, блин. Будет кто-то, блин. Ветер, блин. Чего? Так, здесь тупик. Ну все, что тут, нечего делать, блин. Надо выходить отсюда. Че, сдох, что ли? Сдох он, блядь, спрыгнул, блядь, с двух метров, ну. Конь серогорбый, блядь. Сдох, мерзавец. Свинота. Ладно, давайте, короче, на этом остановимся. Тут надо опять туда этот предохранитель искать, блядь. Ну и он нахер. Надоело этот хренососень. Заходите на мой канал. По возможности подписывайтесь. Поддержите. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.